В Сургутской филармонии состоялся отчетный концерт образцового хореографического коллектива гимназии Салманова. Детский ансамбль «Настроение» был создан 12 лет назад, но звание «Образцовый» ему было присвоено в 2013-м за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство. На сегодняшний день в коллективе 160 человек, львиная доля – девочки. На счету ансамбля множество дипломов и благодарственных писем. Они принимают активное участие в концертной деятельности Сургута, занимают лидирующие места на творческих фестивалях.